Бэтмен! Ты хилишься? Как мило с твоей стороны. А что ты будешь делать? Мазохист или экстремал может купить эту игру. Это как в песне, помните там? Он играет в Тарков снова и снова. Ему 90, он не помнит стоп-слова. Ля, какая меченка, чат. Кто бегает? На втором этаже двое. Welcome to the club, buddy. Почему ты решил, что я читак? Это ты в чате там, да? Потому что у тебя ник китайский, очевидно же. Тут еще есть справа. Нормально продал своих друзей, чел. Не задорого. Девочки вы упали, да-да-да. Калаш убитый в половину. Прекрасно. Репортов накидает? Возможно. На этих репортов уже... Сука, я только руки починил. Не стыдно тебе, бля? Блин, и как этого типа разыгрывать? Он там стоит в позиции. Он все еще там стоит, ему по кайфу. На лестницу ушел. На ступеньках стоит.
Так, ты не против, если я тут дверку прикрою? Чтоб спину не надуло, а то старый уже стал. Давай, тут еще не лутанул вот этого вроде. Что у нас по выходам? Далеко на старую заправку, да? Блинский еж. Погнали. А ты кто? Ну вот, как-то так, короче, такой рейд. На колесике фантомной с покупки нету. Дело не в мышке, это именно баг. Потому что это не только у меня такой баг. Нормально. Что это было за звук? А, кто-то там на втором этаже. Я понял. Я так понимаю, бот, который на улице, по его душу приходил, да? Да, тут все закрыто. Хера. Это ж с улицы по мне летело, да? Так, друг, давай-ка я пойду в центр локации, а ты тут играй тактически дальше, пожалуйста. Ладно, тогда я колу поищу. Так, вот тут раньше можно было спуститься. Блин, сейчас, наверное, ноги тут переломаю. Он все... Все еще там, я хотел сказать. Ёкарный... Скример, блин. Соколу хоть нашел мне, бля? Какая там заварухи?
Пола нету. Снизу подо мной. Бэтмен! Да. Че, что ли? Так. О, джелька новая. Пойдет. МЦХ-ка какая-то страшная. Лёня, ну, будь человеком. Ля, как попал ему, зацените. Просто тын-тын. Все, есть пробитие. Блин. Тут броники. СТМ-ка тоже какая-то страшнючая. Он по-любому с ними. Только гляньте на это оружие. Да ты ж сотри. Ну, кстати, да. Две дырки в шлеме есть, а прочность у шлема целая. Как бы делайте выводы. Надо будет посмотреть еще, как я убил его именно в голову или не в голову. Потому что если в голову, значит каска не работает. Значит, снова появился баг. Когда надо каски в начале рейда скидывать, потом одевать. А так пока что непонятно, как бы. Стою на улице лыжи обутой. То ли лыжи не едут, то ли ем. Ну вот он, да? Да, я в голову его убил с 4 метров. Только мазохист или экстремал может купить эту игру. Ну да. Это как в песне, помните там? Типа, он играет в Тарков снова и снова. Ему 90, он не помнит стоп-слова. Кто-то есть. Тут еще есть полян. Я же говорю, еще есть где-то.
О, ты хилишься. Как мило с твоей стороны. А что ты будешь делать? Где-то я это уже видел, чат. В каком-то кино, походу. Не видели такой фильм? Что-то где-то я это видел сегодня уже, по-моему. Электрослабость Терентий. Да-да, именно она. Там Терентий, бывший ЧВКшник, короче, который в Тарков играет. Который убежку подметает плетью. А теперь мне эта песня в голове играет, чат. За шо? Что там видно, друг? Так. Так что ли сделать, блин? Кстати, сценарий был прям очень похож. Опять этот мост, опять я чуваку с моста стреляю в голову, блин. Грудную клетку убил. Так все идеально было. Stay hardcore. Это тот, который в комнате сидел, да? А, нет, нет, нет. Я сначала убил этого, потом убил в комнате. Потом прыгнул в окно, и чел ел аптечку. Ел аптечку и смотрел на меня, что ему делать. Вот у него ник Stay hardcore. Типа, оставайся хардкорным, блядь, понимаешь? Очень мощных убил, между прочим, соперников. 45-й. А? Ясно. Заскамила игра. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.